Well, fuck that place very much. Where do you think we are? Привет, друзья! С вами Рашта Мидзука и Тадоми. Всем привет! И мы продолжаем прохождение игры Resident Evil Revelations. Кстати, а почему-то мы это самое... Да. Не в том режиме. А нажми старт на своем контроллере. Включи, что он режим пополам. Что, ничего не происходит, да? Нет. Так, сейчас тогда надо придется перезапустить. А, Вова, разделенный экран. Нажми стартик. Все, вот. Мы продолжаем прохождение игры Resident Evil Revelations 2. В прошлой серии мы вот выбрались из этой вот какой-то тюряги непонятной, где ставят над людьми эксперименты. И дальше вот куда-то там растительность какая-то, леса или что там нас ждет. В общем, сейчас увидим. Вибрация заработала. With these stupid bracelets. Who are you? I want answers. I am the Overseer. Fear requires an audience and a conductor. Ну, по-моему, я травку вижу. Overseer. You must go to the Vasek, where life begins. Что такое Восик? Восик. Мы должны идти в какой-то Восик. Real nice. Так, ну все, да, мы можем. Поговорили с какой-то бабой там тюремщицей. Она это все, видать, специально замутила, потому что нас, считай, отпустили. Так, тут травка. В принципе, ничего, травка шевелится вон. Слишком дико она, по-моему, шевелится вообще-то. Как будто тут ветер, ураган какой-то. Ну и что мы тут видим? Какие-то деревья. Claire, look, over there. А вон какая-то вышка, да? Radio tower. Maybe we can send an SOS. Возможно, мы сможем послать сигналы. Какой красивый вид. Да, неплохой. Так. Наверное, сначала вот тут пошаримся, да? Какой-то сарайчик стоит. А вот, кстати, попробуй теперь вибрация включена. Может быть, это получится. Почувствуешь, что ее где-то вибрирует? Ну, покрути везде, она должна где-то начать вибрировать, видать, если ты рядом с нужным местом находишься. Вибрация точно включилась. Потому что вначале она вибрировала. Что, почувствовала? Да. Ты хоть говори. Ой, блин. Так, а что? Заперто с другой стороны. Ну ладно, хоть. Хотя бы сундук открыли. Дырку нельзя пролезть? Что за дырка? А, вот она. Попробуй. Нет. Ну ладно. Ты пыталась. О, я что-то нашла. А, светится что-то. Тебе надо как-то прицелиться на L2, по-моему. Во. Точно. Патроны к ружью. Тут, наверное, столько всего может быть запрятано, что как бы это... Фиг его знает, что пропустишь. Где... О! Что за фигня? Еще не хватало, чтобы тут мост под ногами рушился. You can do it. I got you. Fuck you, Hollywood. That wasn't even close to easy. Почему тут Голливуд? Fuck you, Голливуд, она сказала. Listen, Lyra, I'm really sorry. I don't know what I got you mixed up in. Mary will never forgive me. This isn't your fault. Also, Barry can kiss my ass. The guy bitches and moans and granny swears about everything.
Что тут, ничего нет? Так, ну что мы видим? Что мы видим? Опять дверь какая-то. Надо пошарить, я думаю, сначала вокруг, потому что мало ли опять где-нибудь что-нибудь стоит. Какой-нибудь сундучок или еще что-нибудь. Ну что там, у тебя ничего не высвечивается? Нет. Ну ладно, давай идем дальше. Так, у нас Бифи заметила, что у обоих, оказывается, персонажей проблемы с ногами. Мне кажется, у твоей все-таки больше. Ну что, идем, наверное, внутрь? Да, идем. Если тут еще открыто. Что нас ждет опять какая-нибудь задница? Так, что у меня там с патронами? Ну, можно что-то усовершенствовать. О, здесь. Подожди, у тебя же патроны ты брала, надо взять ружье. Передать. А это что такое? Ящик с деталями. А, для улучшения оружия. Как раз так, значит, надо у тебя его отнять, что ли, тоже этот ящик с деталями. Так, и что тут можно улучшить? Быстрое заряжение, уровень 1. Прям сразу предложили. Ну, давайте. А у меня же вроде оно уже стояло. Как бы улучшения вроде бы сюда вставляются, в эти штуки. Это что-то не очень понятная система какая-то. Хотя, может, что-то похожее было в шестом резиденте. А, вот здесь урон стоит у нас на ружье. То есть у тебя получается какое-то, ну, одно улучшение. Ты можешь его куда-то, видимо, поставить. Либо туда, либо сюда. Но все равно как-то не очень. Не очень все понятно как-то. Все, у нас ничего больше нет, что ли? Может, все-таки как-то что-то еще можно сделать, я не понимаю. Не, ничего нельзя. Ну ладно, фиг с ним. Ну-ка, я сейчас посмотрю детали. А, да, деталей не стало. Значит, она их использовала на одно улучшение. Вот это. Быстрая перезарядка. Ящик. О, пульт какой-то. Не знаю, сразу нажать или сначала тут посмотреть. Ну-ка, дверь какая-то. А, дверь закрыта. Дверь даже кнопка не высвечивается. Значит, надо нажимать. А, это что, это уже радио, что ли? Быстро она определила, что она сломана. You stay here. I'm gonna go check it out. А почему это ты стой здесь, а я пойду проверю? Это как так? О, что-то поперло. Я думал, мне придется залезать. Избавили от этого. Taken here against our will. I don't know where. We have these fucked up bracelets, and this crazy woman is talking to us. Ой, смотри, у меня что-то уже какая-то темная. Kind of monsters. Или это мне так кажется? Kill the others. Please, send help. Please. One more time. My name is Moira Burton. Oh God. Что, посреди океана день? А остров какой-то, да? Что это за место? Сейчас вы. Ой, мы что-то прошли.
То есть мы были уже около конца, короче, вчера. Можно было также вчера успеть дойти, если бы я знал, и завершить эпизод. Полученная истинная командная работа, получили 1000 бонусных очков, вы получили 1000 бонусных. Да. Смертоносная парочка. Далее, погнали. Используйте полученные в компании бонусные очки для приобретения навыков. Меню настройки на... А, тут еще навыки какие-то есть. Так, сейчас посмотрим, что тут за навыки. Так, БО, 300 БО. Швыряние. Увеличивает огневые силы вспомогательного оружия. Сокращается время использования зеленой травы. Усиление огневой мощи при приседании. Усиление огневой мощи при первом выстреле. При приседании. Мы даже не приседании никогда не стреляем. После смены оружия. Усиление силы атаки монтировкой Мойры. Уровень 1-3. Ну, давайте весь сделаем. Сколько у нас очков-то этих? 6000, о, нифига себе. Так, что еще можно сделать? Усилит силу атаки кирпичом у Натальи и облегчает ей гушение врагов. У нас Натальи пока еще нет, я даже не знаю, кто это. Вдвое сокращает время спасения партнера от опасного состояния. Вот это можно, наверное, сделать. 1500, значит, усиление огневой мощи при первом выстреле. Давайте тоже это сделаем. А это что такое? Сокращается время использования зеленой травы, увеличивается огневой силы вспомогательного оружия. Вот это тоже возьмем. Так, 3000 есть, можно еще вспомогательное оружие. А это что у нас? Во время уклона врагам труднее попасть. Что-то мы уклонами почти не пользуемся. Это вообще я не пойму, вот эти навыки, они для чего? Для сюжетки или... А, ПВО, повышение эффективности фонаря Мойры для выведения врагов из строя. Тоже давайте возьмем. Так, что еще тут? Получение, добивание монтировки, получение бонусных очков за нанесение дополнительного удара монтировкой. Один раз скажу. Давай возьмем. 3000, ой, 5000 не хватает, блин. Так, усиливает силу атаки кирпичом, вот это пока не надо. Так, давай еще тогда, тоже не хватает, да, 1000 осталось. Ладно, давай вот этих всяких мелких возьмем по чуть-чуть. 600, а это что у нас усиление восстановления 10? О, вот это надо сделать по-любому, чтобы трава больше восстанавливала. Тут у каждой еще по несколько, блин, стадий. 930 осталось. Ладно, давайте посмотрим, сколько силы в приседе. Хрен с ним, пускай будет. Так, ну и все. Все, можно идти дальше. Продолжаем. Приветствуем всех зрителей, которые еще только присоединились. Вот. Не знаю, сколько мы сегодня успеем пройти за это время. Мы, в принципе, только начали, еще только 18 минут идет трансляция примерно. Даже, может, чуть поменьше. А это ее отец. Барри этот, как он там поплывет. Фига себе, как он так быстро-то сообразил-то, что надо сюда плыть. Может, он что-то знал уже про этот остров. Это Наталья, что ли? Бифет пишет, переводчики живут, но, по-моему, говно на палочке там реально было. Там шит, стик, что-то она сказала. Вот эта вот Мойра, она очень много ругается, если так обратить внимание. У нее есть факт через слово. You stay by the boat, little lady. I mean it. I've got some grown-up stuff to attend to, but I'll come back for you later, okay?
leave me. No, 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 no. It's too dangerous for you to come along. I'm not gonna be any safer here. Is there a little girl on this planet that will listen to me? All right, stay close. You're with me now. Come on. Так. Интересно, что теперь твоя девочка будет делать? Она, наверное, даже монтировку... Она будет показывать пальцем. Вон там, смотри туда. Смотри, какашка. Может, она тоже будет там потом светить фонариком. Вот капюшек, смотрите. Во, у меня там ящик на лодке валяется. Надо его... Ладно, пойдем. Radio tower. That's gotta be it. В общем, нам надо кое-что какие-то, да? Where are your parents? I don't have any parents. And I don't know why I'm here. I just am. She got you just like she got my baby. Это, мне кажется, эта девочка какая-то непростая, кажется. Не просто так ее здесь, она здесь бродит одна, в ночнушке, блин. Не как его Мойра, мне кажется, которую похитили, а что-то тут другое. Блин, тут с Мэтту-то обойти-то можно. Я не знаю, правильно ли, может, сначала с того. Тут он что-то вон... А, вон ящик валяется. Ну-ка, посмотрим. Тебе надо было бочку разбить. Вот это. Сейчас разобью, подожди. Тут... А, тут что, наверх подъем, что ли, или что? Или нет? Да, тут какой-то... Ой-ой-ой, тут тараканы полезли, блин. Надо сначала было все-таки попробовать там, наверное, дверь открыть. Кто-то залез-то. Да пойдем вниз пока, ладно, сейчас я туда не хочу пока идти. Нам, походу, туда и нужно по сюжету. Пойду вам бочку разобью. Так, ну тут уже все, тупик, короче. По воде можно доходить. Чуть-чуть, не глубоко так. А, в принципе, а, тут нам и не подняться по мосту, поэтому, конечно. Да? Конечно. Просто если только что-нибудь может валяться тоже где-нибудь. Я сразу не обратил внимания. Тут лесенки поломаны. Да, ладно. У меня что, только одно оружие-то? А, нет, еще у него автомат есть. А мне ничего, как всегда. Ну, ты маленькая девочка, тебе не положено. У меня какие-то убогие персонажи. Может, она потом крутой станет какой-нибудь, навороченной там этой. Типа как Мила Йовович из этого. Из фильма. Дальше? Подожди, куда дальше-то? Сюда, что ли? Вот точно. Тут залезешь, интересно, здесь? Ну-ка, прыгай. Ну, молодец, смотри. So what's your name, sweetie? Наталья. Наталья. Wow. Русская, типа. My name's Barry. Barry? That's right, don't wear it out. Интересно, я тут должен, что ли, предметы искать, раз у меня фонари или чего? Хорошо, тут фонари бесконечные. Ой, эти жуки поедешь. Да. Ладно, хорошо, хотя они ножом спокойно валятся. Хоть бы из них что-нибудь выпадало, там, я не знаю, кристаллы. Патроны, понятно, что из них не должны выпадать. Так, ну что, куда мы? А, ну там тупик, я думаю, надо посмотреть, может быть, что-нибудь тоже валяется полезное. А, во, этот как его? Жетончик. Эмблема вышки. То есть там на каждом жетоне свои какие-то эти изображения.
Так, тут что-то вроде наверх можно пойти. И там сейчас можно было подняться. Блин, вот меня всегда это мучает. Куда сначала пойти? Ага, это вот единственный вход. Так, стоп, тогда вернусь назад. Тут что-то где-то. Или я сейчас туда в то же самое место попаду? Или тут тоже лесенка полом? Нет. А, за мной бежит таракан. Ну ты от меня не отставай сильно. Он там застрял, по-моему. Так, тут какой-то домик. Да, это тоже место, то же самое, просто с другой стороны поднялся. Лавка. О, что это там зелененькое, камень, нет, что ли? Таракан. А, нет. Точно, таракан. Не, я нашел этот камушек. Какие тут жирные тараканы. Блин, так патроны потрачены на всякую фигню, на эти камушки там. Эмблемы. Ну ладно. Давай залезать внутрь. Вампир советует мне магнум переставить. А, да, кстати, а что это? Я думал, у меня простой этот. А, у меня даже... Так, предмет, отмеченный знаком плюс, можно сочетать с другими предметами. Для сочетания предметов выберите пункт сочетания на экране предметов или воспользуйтесь экраном сочетания. А что там у нас можно сочетать? Кружок нажми, походу, у тебя там что-то. Это... А, ты подошла, что ли, к верстаку, к этому? Или что тут такое? К чему-то подошла, тут появилось сочетание предметов. Ну-ка я посмотрю, что тут вообще за... Где значок плюс-то есть? А, ну вот траву можно, да? По идее, зеленая она должна же, да, сочетаться. Ну-ка. Сочетание. Ну, все. Большего действия трава, по идее, да, стала. Или три травы сразу. Так, патроны можно сразу передать. Что ты тут ищешь? Что мы тут? Монстр? Где? О. Где монстры? Не, ну я знаю, что тут будут монстры, потому что мы уже видели. Ой! Блин, что-то их тут много, блин. Какие-то другие мертвяки совсем. Да. Где же там тюряги-то были? Блин, меня сейчас загасят нахрен. Ай! А! Ай, блин! Ай-яй-яй-яй! Блин, с обычного пистолетика вообще их хрен убьешь. Да ты тварь! Тут магнум сразу херачит, но правда я его уже весь истратил. Так, если я постою на месте, у меня жизнь немножко восстановится, или мне все-таки траву жрать? Могу понять. Так, ладно, сейчас походим пока. Мертвецов пока нету. Ну, прикольно, то есть тут зомбари обычные появились, не только всякие новые монстры. А в первом Revelation, я помню, там какие-то морские чудища были, там типа такие, какие-то, на корабле. Мне траву надо придется сожрать. Бифи пишет, девочка как была, сможешь сразу от нее избавиться? Где ты? Наташа, давай тебе сразу пулю в голову. И все, нет балласта. Да сто пудов у нее какие-нибудь возможности будут эти, мистические. Сначала она может только пальцем показывать, потом он может из пальца стрелять начнет. А ты можешь этим пальцем себе в нос навести? Нет, могу тебе только.
There's something ahead. Be careful. Что-то его впереди. Over there, another one. How do you know? А, она типа видит. Чутье и указание Натальи. Наталья обладает способностью ощутить расположение врагов. При нажатии L3, это же приседание, она приседает, увеличивает дальность своего чутья. В положении приседа Наталья двигается беззвучно, из-за чего врагам труднее ее обнаружить. Также Наталья может находить спрятанные предметы путем указания на них кнопкой L2. Ну что, оказывается, можно делать, видишь? Так что давай. Как раз ты любишь приседать. See them. Ну-ка, присядь. А, вон ты их видишь, да? Вон они сквозь стены. Видишь? Видела? Так, ладно. А вот плохо, что у меня на экране не показывают. Мне приходится на твой экран смотреть, где там они бродят. Ну, они за дверью там. Так, можно автомат взять. Прямо тут должны быть. А, закрыта дверь, что ли, да? Ну то фишка, как в одних из нас, там, типа, можно уже было слух включать. О, может, его по-тихому можно убить? Ну-ка. А, хрен там. Он уже повернулся. Хотя скрытая атака. Вот тебе скрытая атака, тварь, получи. Где остальные-то? Там же еще кто-то был. Ты так всю игру будешь... Короче, да. Теперь ползать. Хотя бы какая-то польза. А, ну да, собирай всякие штуки, короче. There's something ahead. Be careful. О, хедшотик сделал. Вон синяя тарелка. Так, а что это та же дверь, да, наверное, закрытая была? Ее теперь можно открыть просто, да? Чтобы мало ли так это... Вдруг там пройти захочется. О, что это? Карта исправительного центра. Ну, то есть вот карта, только вот радар справа. А может кто знает, как карту включить на весь экран, если что, так можно ли так делать? Или только тут по радару нужно ориентироваться? Так, куда нам сейчас лучше топать? Все, что ли, тут тупик. Это где вообще? О, тихо. Может, я попробую все-таки сзади грохнуть чувака. Блин, как-то громко он убивает-то. Так, а где еще-то они? There's something ahead. Be careful. Не вижу ни хрена. Что там она показывает? Вон, смотри. Вот мне неудобно смотреть на твой экран и на свой одновременно. Что-то взял. Ткань. Похоже на туалетной бумаги рулон. Никто не хочет туалет. А вон он там за решеткой ходит. Сука, увидел. Падла. Сейчас, наверное... А, он еще жив, что ли? О, сволочь, а. Офигеть. Где-то кто-то еще шуршит, я не пойму. Да вот здесь, за шкафами. А, блин, все понятно. Тихо, может, я сейчас его смогу убить?
Он туда-сюда ходит, что ли? Так, готов. Где-нибудь еще кто-нибудь есть? Кто-то вроде топает опять-таки. Ты где? Я здесь. Такие оба на карачках лазим тут. Где-то тут зомбарь тоже топал. И прям топает, я слышал. Да. А вон он, вон он, вон он, вон он. Потому что я успею к нему сзади подойти-то. Вроде все здесь. Так, ну, сейчас. Смотри, я что-то нашла. Ну иди бери. Я-то не могу взять. Ну-ка, подожди, а если ты покажешь пальцем, у меня загорится квадратик. Не, у меня не загорает. А, вот загорелось. Ну поздно. Ну да. Это что-то валяется. Подобрать. Ну, поставить смотри. Ящик. Какой поставить ящик? Что-то я не понял, что за. А, во, ящик, смотри, а куда его? Куда-то наверх, а, вот сюда залезть, наверное, можно будет, наверх. Скелет. Это ты у какого скелета валяешься? Не знаю, только это... Я тебя не вижу, я тут ящик поставил, не знаю, видимо, наверх можно зачем-то залезть. Я тут... Так, наверное, здесь будет тупик, скорее всего. А ты тут все уже обшарила, да, короче? Да. Все, значит, надо наверх залезать. Ай, а как? Подожди. Как мне залезть наверх тогда? А, во, все, вперед и крестик. Окей. Can you make it? Не надо это. Крестик нажимать надо, не квадрат. Хорошо, что она нормально залезает, не надо ее руку подавать там. Ну, вообще-то... Че? Каждый взрослый человек залезет. Вот именно. Кстати, мне интересно, зомбари на свет реагируют, если вот я фонарь. А вот Фанлол спрашивает, подсказать, игра стоит того, чтобы ее покупать или нет. Ну, поначалу вроде интересно, но нам нравится. Причем вроде она стоит недорого, там по 200 с чем-то рублей, около 300 рублей, одна глава стоит. Играем мы всего второй день, поэтому, то есть, надо сначала пройти хотя бы, чтобы полное мнение сложить. Но играется интересно, мы такие игры любим, тем более вот тут есть кооператив, но единственное, что кооператив только локальный. О, что за ключ? Не тот ключ. There's a hole here. Вон, ты сейчас будешь в дырки лазить, короче. Какой... Вон, иди туда. Куда? Вон туда. Ползи в дырку. Ужас какой. Ну, видишь, ты же хотела, чтобы у тебя что-то, какая-то роль была. А не просто ходить и все тырить. Может, ты мне дверь сейчас сможешь открыть с той стороны просто. Как я это сделала? Ты же какой-то ключ взяла? Кирпич взять? Ой, и что делать? Вон тебе написано. L1 плюс R2 бросок кирпича. Вон квадрат нажми, она ударит вам, мне кажется. А что он дверь не открывает? Тебе надо будет как-то научиться ей что-то делать. Порох. Это что, можно будет пули какие-то делать, что ли? А, вот он. Вот так вот сделает. На, на. Вот надо было так и сделать. Там он что-то светится. Да, я тоже вижу. Шкаф подвинь тогда. Угу, сейчас попробую. Отойди. А вон еще кирпич. Не можем все кирпич. Ты попробуй или один. Это, наверное, тот же. Ты, наверное, выбрасываешь его и подбираешь, наверное. Вот оно. Смотри, тут что. Так, подожди. Я пока здесь посмотрю, что есть. Какая-то дверь. Ой, блин.
А что здесь? Блин, я не знаю, в общем, куда идти-то. Сначала назад. Тут что-то много точек у нас, вон, две точки на радаре. Какую в первую очередь открывать, я не знаю. То есть куда идти. Тут что-то спуститься можно, блин. Слушай, а так это же не тюрьма случайно? Вон, вон, смотри, что-то похожее, как да. Где девки лазили. Да, да, да. Куда нам идти тогда? А нам, по идее, надо туда идти, откуда они тогда вылезли, да? Угу. Где-то искать это внизу, короче. Вот куда сначала двигать, я пока не могу догнать. Ну да, вот тут верстак. Лазили. Где-то здесь проход должен быть, да, к этому, к выходу с этой тюряги, короче. Не знаю, сможем ли мы до него добраться или нет. Так, блин, не знаю, в общем, или да, все-таки? Да, все-таки, ладно, вниз спустимся. Сходим, посмотрим, что там. Да, нам можно тут отправиться. Потому что тут что-то зелененькое тоже светится на радаре. Ну-ка, а что тут можно нажать? Не, уже ничего не работает. Пальцем показывать нехорошо. Опа, где там зомбарь-то? Блин, тварь проснулась. Ну-ка, подожди-ка. Может, ты его отвлечешь, а я сзади? А хрен, он не отвлекается. Ладно, окей. Так, вот тут должен быть тупик, по идее. Так, ничего нету, да? Ничего нету. Там проход, и нам, видимо, туда нужно. Отрывок из рассказа. Спрашивайте, знаю ли я чего-нибудь о других частях игры? Ой, а что это они встряли-то? Прикинь? Не пройдешь. Ну, ну понятно, короче, надо обратно, значит, идти. Либо нам надо опять... 3 часа отрубать тут, я не знаю, или что. Либо все-таки подниматься наверх и ползти там в другую дверь. Где тут еще-то подняться можно было? Откуда ты там приходила? Насчет вопроса о других частях Резидента, ну, мне нравится 4, 5, 6. Все хорошие. Классические я, к сожалению, толком не играл. Тебе кирпич не нужен? У тебя вроде нет в инвентаре кирпича, кстати. Is this a control room? Интересно, сколько времени прошло с тех пор, как мы сбежали, ну, то есть девки сбежали с этой тюряги, потому что тут все по-другому как-то. То есть тут какие-то зомбари высохшие. Careful! There's something on the floor. Что на полу? Где? Ну, а вон там что-то светит. Что это? О, нифига себе. А, вот на такую хрень мы просто вчера нарвались на какую-то. Uh-huh. Я даже не понял, что это такое было. Ух ты, тварь. А, тут еще сзади, блин. Падла, меня даже уронили. Мне кажется, только добивать можешь их, когда они падают. Ой, кто еще-то?
Так. Подлечимся. Ты там камеры прошаривай на предмет. Прошариваешь, да? Угу. Предмет наличия предметов. Так, это помнишь место, где тут подвал? Да. Мы тут шарили, короче. Только я не знаю, что мы тут можем найти. Ой. Как тебе ползет, что ли? Да. Смотри, там осторожнее, там что-то это. Ты куда пошел, конечно? Тут что-то дофига всех. Ты бы хоть кого-нибудь кирпичом-то кинул разок. Я кидала. Это что-то бесполезно. Надо, наверное, попасть. О, стоп, этот чувак тут ползает. Он меня, походу, не видит. А он, блин, увидел, походу. Чёрт. А, меня видит. А, беги. Беги, я попробую сзади подойти. А, хрен, он теперь стелс не срабатывает. Какие-то кирпичи-то ломаются. Некачественные. Ну, крошатся. Это, по-моему, да, это мы читали вчера. Во, кстати, тут я... у нас монтировки нету, да? Мы же вчера его не скрыли, этот ящик. Почему? Это мы не скрыли, потому что у нас вибрация. Ну да, да, да. Она же не умеет. Это другим персонажем. Вот Биф пишет, что прошло полгода с тех событий, короче. Я что-то просто где-то пропустил, видать, мы тут что-то обсуждали, когда я про это рассказывал, что полгода прошло. И... Вот тут тоже ловушки эти. А вот тут дверь есть. Так, мы здесь тоже... Почему каждый раз выбрасывают кирпичи? Не знаю, ты что-то нажимаешь? Нет, может? Она оставляет их за дверью. А, ну значит нельзя проносить их с собой. Так, мы тут тоже шарились. А, вот здесь можно пройти спокойно, отлично. На самом деле не очень прикольно то, что по одним и тем же локациям, конечно. Надеюсь, это не будет тут много повторяться в игре этого. Хотелось бы. Ну куда ты делся? Я здесь. И что дальше будем делать? Наверное, ты должен двигать вот эту штуку туда? Не, значит, не двигается. А как мы тут пролезем? Тут, наверное, где-нибудь дырка есть, в которую ты сможешь пролезть. Блин, ну где-то... Подожди, а где же этот рубильник-то был? Он же где-то был. Он вот здесь. Вон в той комнате. Вон там он. Вон он, рубильник. У него стрельнуть можно. Да, стрельни. Слушай, а может ты проползти можешь? Да конечно, сейчас мне голову отрубит вот эта штука и все. Блин, что же делать-то? Наталья не пройдет даже, понятно? Блин, как быть? Может что-нибудь воздуха вот нет. Что за фигня-то, а? Ты не можешь вот здесь раздолбить? Ну что-то он не это самое, не долбит. У тебя нет бомбы там или еще что-нибудь? Да не. Нет? Жаль. Ну что, пойдем куда-нибудь другое место тогда пошарим. Не знаю, куда топать. Помню, в прошлый раз тут было много этих тараканов. Так, куда мы еще можем пройти здесь? А, во, мы же сюда не ходили же. А, это же другая часть. В принципе, я с другой стороны же спускался. Может, тут... А, вот какая-то еще дверь есть, да? Тут надо быстрее проскакивать. Как же, что ж ты делаешь-то? Ёлы-палы. Фига себе, она быстро крутится-то как.
Я вообще-то нажал кружок, чтобы он типа проскочил, как будто бы, а он что-то как-то затупил. Где мы теперь? Careful! There's something on the floor. Ага. Так, здесь сейчас будут зомбари. Готовься. А может их это... Всё. Вот этого добивай кирпичом ползаешь. У меня она вот один раз его бросила и всё. Да он ползает, блин, как этот. Охренеть. Так, это что, это кирпич. Так, значит. Да можешь сразу туда тогда. Попробую с этой стороны, да, сразу пройти, и там дверь какая-то. Иди сюда, голубчик. Блин, в башню думал попаду. Мне кажется, там вообще ту хрен пройдешь, но там надо сюда попасть. Во. Мне так кажется. Я надеюсь на это, что нам хотя бы сюда надо. Куда мы попали? Ой. Не вставай, чувак, не вставай! Кто там? На тебе, падла. Кто-то меня бьет, и как будто я не пойму, кто меня бьет. Или ты кирпичи кидаешь, нет? Нет. Кто-то невидимый меня, короче, там херачит. Ты должна видеть. Кого больше не видишь, да? Нет. Что-то там опять жужжит за дверью. Ага. Угу. Охренеть. Нам вот подсказывают, что какое-то где-то должно быть отверстие в коридоре. Так, что тут такое? Какая-то хрень вылезла в компьютере. Срочно закрыть. Интернет Эксплорер. Зачем он вылез? Так, где отверстие в коридоре-то? Не, здесь мы... Нет смысла, потому что мы тут уже были. А, во-во-во, отверстие. Вот оно. Иди сюда. Сейчас. Ну быстрее, быстрее, быстрее! Вон тут можно пролезть. Сейчас нам там что-нибудь посмотри, я не знаю, что там есть. А, во, рубильник. Ну и все, сейчас вырубишься, будет отлично. Все, можно будет везде шарить. Красотища. Теперь можно вот в ту дверь будет сейчас войти. И, короче, это... А ты куда пошла? Ты, может, обратно пойдешь ко мне? Угу. Потому что там есть дверь, которую как раз мы не могли сейчас зайти, из-за того, что там крутилась эта хрень. How did I do? You did great. Помню, в этом... В игре «Ходячие» там тоже девочка постоянно... А, так нам сюда и надо. Это девочка постоянно тоже во всякие дырки лазила, там открывала двери. О, видишь, тут теперь ничего не крутится. Теперь сможем пройти. А, блин, прошли называется, это шурбильник тот же самый. Все, короче, нам надо это... О, а что там у тебя за кнопка?
Мне кажется, еще шкаф можно открыть, что ли? Все понятно, короче. Нам теперь надо обратно туда вниз спускаться и уже по низу идти. Там теперь ловушки не работают. Кстати, вроде бы в этом году еще один фильм Resident Evil выходит. Какая там уже по счету счастье-то будет? Шестая, что ли? Помнишь, мы с тобой в кинотеатре последнюю часть смотрели? Пятую, что ли? Угу. Мне совсем не понравился. А тебе как? Ну, как клипы какие-то, нарезки как будто. Ну да, какая-то такая бессмысленная. Смотри, дверь закрылась. Двери закрываются. А, здесь эти. Так. Ты где там? А. Я здесь. Ты уже ждешь. Так, а шкафы. Не то, пошли. В принципе, тут ничего такого нет, как бы. Ну а что, мы вместе сейчас? Тебе получается даже кирпич нет смысла брать перед дверью, да? Она у тебя сейчас нет в руке, да, кирпича? Нет. Так, значит, где мы тут спрыгивать-то должны? Где-то здесь. Да, вот здесь мы не спускаемся. Ну-ка я пойду схожу к верстаку, может что-нибудь еще появилось мне там прокачать, не знаю, на всякий пожарный. Ну, что-то светится там синеньким-то. Ну-ка, пистолет. А что, ничего нету? В общем, это надо детали собирать, да, я так полагаю, без них никак. Ладно, пошли отсюда. Ну все, нам, по идее, сейчас мы должны пройти к тому месту, где выход с этой тюряги. А что-то тут? Во, вот здесь мы застряли, да? Кстати, наверное, мы сейчас и сможем взять. Помнишь? Да. Мы там что-то, предмет какие-то не могли взять. О, огонь до сих пор горит, прикинь. Офигеть, там газ бесконечно. Во, вот здесь вот. Это что у нас? Деталь какая-то, походу. Мы можем камеру открывать. Ящик с деталями. Вот теперь можно будет что-то прокачать. Что-то мне сейчас возвращаться лень туда, наверное, где-нибудь еще будет прокачка. Видишь, специально сделали, чтобы мы другой путь искали. То есть тут не пройдешь теперь. То есть тут у них газовая труба где-то, короче, идет, походу. Блин. Я что-то нашла. Блин, вот гад, а. Постоянно меня клоцают твари. Но все равно они проще, мне кажется, чем те монстры, которые были они. Ну это они же были, видимо, но просто они истохлись. Скочил, урод. Блин. Ты мне так хорошо кирпичом дала, что он скочил. Вот тут наверняка что-нибудь наверх надо будет ползти потом. Потому что там наверху что-то закрыто было, мы не могли открыть. Ой, а здесь вниз проход. О, ящик. Ящичек. Что-то, да, тут сверху, походу, что-то есть, потому что там зелененькое светится. Или сверху, или снизу. Потом спуск вниз. Пойду сначала наверх схожу.
общем, не так-то просто отсюда выбраться оказалось. Может, тут, правда, можно как-то подачу этого тоже газа отключить. Эта дверь нам нужна. Мы в прошлый раз не могли ее. О, у нас ключ есть. Отлично. Все, короче, супер. Отчет о побеге. Испытуемый J038 застрелен при попытке к бегству. Его труп должным образом утилизован. Для восстановления стены использовать камеру номер один на входе на второй этаж запрещено. Во! На входе на второй этаж камера номер один. Там, значит, должна дырка быть синяя какая-то, походу. Я так полагаю. Так, а что тут? Какой-то рубильник есть. А, вот как раз он, наверное, камеру и откроет. Там, правда, надо повылезать всякие уроды, да? О, блин. О, маленькая рука нужна. А, подожди, не сейчас. Блин. Фу, суки, а. Фу, подлечился. Все патроны истратил, блин. Можно отпереть тоже дверь. Нам, в принципе, туда не нужно, я так думаю. Тоже вибрация, да, используется? Что там? О, еще деталь. Еще, может быть, прокачать пару этих, блядь. Пару оружий. Спрашивают, игра сложная, легкая? Ну, сложно сказать, как бы, ну, не совсем простая, но, в принципе, не задротская. Кто-то еще живой. Конечно, когда у меня патроны кончатся, тогда будет, наверное, уже сложновато. Они уже кончаются. Ну-ка, подожди, у тебя, наверное... Ой, блин, ты же тут насобирала патронов-то кучу просто. Это тоже надо взять, короче. Так. Камера один где-то перед входом на второй этаж. Вот здесь должна быть. Сколько уже дней меня держат заперти? Нас каждый день пытают, называют это экспериментами. С какой целью? Надеюсь, у них никого, кроме меня, нет. Вправо нажимай. 8 августа. Мой бедный братик оказался в этом аду со мной. Сегодня ему сожгли левую руку какой-то огнедышащей штуковиной. А потом резаком отрубили левую ногу. Сказали, что завтра то же самое сделают с остальными конечностями. Он умолял меня избавить его от боли. До сих пор его слова звучат у меня в ушах. Успокоиться не могу, к тому же еще проклятый охранник сказал, что если брат умрет, я займу его место. Неужели нашим страданиям не будет конца? 9 августа. Похоже, настал тот день, которого я так боялся. Боялась, а эта девка. Брата я уже не слышу, а вот и шаги охранника. Он идет сюда. Надо было молить о смерти, когда была возможность. Так, где-то камера какая-то должна быть около двери, через которую этот заключенный совершил побег. Где эта камера? Или значит что-то я не так понял? Вон она, дырка. Вон ящик. Ты куда пошел-то? На втором этаже камера, что ли, да, находится с дыркой? Я подумал, что на первом, потому что там было написано около лестницы на второй этаж. То есть там пролезть можно, да? Ну давай тогда. Пролезай в дырку. А что, может, сперва туда сходим? Куда? Вон там же дверь, в которую мы не ходили. А там же, ну, вон мы туда же там мимо ходили этими девками-то. Вот здесь? Ну да, нет. Мы мимо эту камеру проходили, она заперта была с той стороны, эта дверь просто. Да, мы изнутри ее открыли просто. Понятно. В принципе, так что я не думаю, что мы что-то полезное найдем. Ну ладно, подожди, сейчас чуть-чуть гляну. Тогда уж. Навряд ли тут что-то будет полезное. Блин, куда? Не, пойдем отсюда. Да. Нам нужно это. В камеру в эту. Так, какая-то вот эта камера, что ли? О, кстати, вот эта открылась, она была закрыта. А, она. Только что. А где ты дырку-то обнаружила? Где? Да в последней, вон там. Вот ящик надо разбить.
Кстати, надо зарядить все оружие нафиг. Че? Какая дырка. А, ну вот, давай, залезай. А ты залезла уже? Да. Даже какие-то следы. Да. Куда ты идешь, интересно? Не знаю. Ну, по идее, через эту дырку он должен был сбежать. А я-то как? Не знаю. Мне-то как? Куда? Ты мне дальше где-то дверь должна будешь открыть. Скорее всего. Ну, иди. Я буду здесь ждать, смотреть. Что-то. Ну-ка. Сейчас какая-нибудь тварь на меня поползет. Да я не думаю, что прям там. А, это да, чтобы огонь убрать. А, значит. Иди тогда. Тогда, да. Пойду вниз. Я подожду, пока ты пройдешь. А то вдруг там какой-нибудь. Давай, пойду. А, это уже здесь же уже прямо. Давай, вот я здесь уже. Надо вообще вырубить уж. Ой, что-то взорвало. Не знаю. Тут же что-то крутило, помнишь? Да. А вон эта штука сломалась. Ну что дальше? Нам надо ее как-то это. Что-то меня напугал. Давай так. Я кручу. И в какую сторону? А, ну все, нормально будет. Сейчас я крутить буду. И вот туда вставай, да, слева. Куда? Я сейчас буду крутить его направо. Уезжай! А, ну все, блин. Прикинь, я бы тебя мог зажарить. Все, мы вышли, короче. Отлично. Все. Тебя Бифи спрашивает, в какие игры любишь играть? В Террарию. Люблю играть. Ну, и люблю игры на двоих. Одной скучно играть. We're almost to the radio tower. Ну да, в принципе, все, нам надо к этой вышке идти. Надеюсь, что вот сейчас окажется где-нибудь, что проход опять заблокирован. И придется искать, надо, кстати, подлечиться. Что-то у меня красный. Так, тут спрашивают, сколько разновидностей оружия в игре. Ну, вот пока все, что есть. No. Три вида у меня пока оружия. А, там еще в первой серии у девки было, у Клэр Редфилд было ружье двуствольное. И все, в принципе. Ножи, еще Фомка. Можно бить по голове Фомкой. Да, у меня сильные ноги. А, ну, кстати, раньше мы еще любили играть в тиры. А, помню, да, Resident Evil был тир хороший, кооперативный. Очень даже классный, я бы сказал. О, тут дырка есть, прикинь. Да, она для меня. Мы тогда тоже, помнишь, что-то пытались? Даже сегодня мы пытались что-то в нее влезть, девками. Да. Этим. А это оказывается вот что. Вот для кого. Перри, it's locked. What do I do? Найди что-нибудь тяжелое. А ты ящик не можешь разбить? А чем его разобрать? R2 нажми, может, давай. Нет. Он может просто только показывать. Окей. Ну посмотри, пошарь по сторонам, может, что найдешь. Может, Фомку. Во, квадрат сейчас загорел. Что-то валялось там. Доска какая-то. Вон он что-то там. Да не. Вот ты когда присела, ползла, там где-то квадратик замигал. Это тебе показалось, это вот эта штука была. Какая? Во. Что это? Вот. Кирпич, что ли, нашла или что? Наверное. Ну тебе, наверное, кирпичом надо забить, наверное. Нет. Во, отлично, молодец. Good work, sweetie. Смотри, она умеет. Слушай, а чё, мы сейчас туда пойдем, а сюда... А тут что, мост обвалился совсем, что ли? А, ну да, они просто... Девки-то когда шли, они уже все рухнуло. Точно, поэтому нам тут и не пройти по ихним дорогам, по ихним пути. Ладно, идем. You stick close to me, okay? Okay. Леса, лесная местность. О, сова что ли там? Так, жизни. Ты где лазаешь? Я тебя не вижу.
называются звуки, которые сова издает? Не знаю. Я даже не задумывался об этом. Вот там кукушка кукует. А сова что делает? Крукает. Может быть. Фан Лол спрашивает, есть ли тут другие герои, помимо главных? И злодей. Вот тут пока не раскрыто, кто злодей. То есть, кто тут по рации с девками разговаривал, какая-то женщина. Вот. И вот помимо этих двух героев, есть еще два главных героя. То есть, две девушки, которых мы ищем сейчас. Так, я что-то тебя потерял. Ты где? Здесь. Здесь это где? Походу вниз надо спускаться. Не обратно пошла, походу. Да. Давай, иди сюда. Там какой-то спуск тоже. Бифи пишет, что игра очень похожа на «Одни из нас». Ну да, мужик с рюкзаком, девочка с ним. Лес тоже. Ну, графон, конечно, не такой, как в «Одни из нас». Ну, во-первых, в «Одних из нас» не было кооператива, да? Да. А тут вот вдвоем можно играть. Это здорово, я считаю. Вообще, всегда мы предпочитаем игры, где есть кооператив. Так. Кстати, а кто-нибудь из зрителей, может, проходил первый Resident Evil Revelations? Выключить фонарик нафиг, если вдруг зомбари видят. О! Заставка. Кинцо пошло. Какое страшное. Сейчас окажется, это какая-нибудь тетка. Да? Угу. Ты пойдешь первый. Нет, я здесь постою. Так, ну и что там? Все-таки сзади можно грохнуть. Фонарь светит прямо в меня. Оно куда-то исчезло, короче. Наверное, в доме торчит. В каком? Вот в этом сарае? Ну да. Туда ушло? Я не знаю, куда оно ушло. Но там никого нет, я же не вижу. А, у тебя зрение не показывает, да? Ну, значит, ее нет прямо. Здесь ящик есть. Давай сейчас его вскроем. Тут что-то вон еще валяется. А, это кирпич. О, травка. Ты что-то больно далеко ушел. Я в дом зашел. А кто валяется? Тот, кого убило, то существо. Тут ворота какие-то. Да, можно их открыть. А где ящик-то? Я думал, в доме ящик. Не в доме. На улице. Вот вроде играем на одном экране, но я вот не могу смотреть в твой экран, то есть параллельно. Это неудобно. Так, другие резиденты спрашивают. Нет, я на стриме не смогу показывать другие резиденты. Мы, кстати, между прочим, на стриме уже проходили с Мусюном. Пятый резидент в кооперативе. Вот, а другие нет, не планирую, потому что я стримлю только с PlayStation 4. Вот, как бы на ней эти игры не выходили. Ну, в общем, идем в дом, через ворота проходим, я думаю, так. Вот Рекс пишет, что он проходил первый Revelations на 3DS. What's wrong? Ты что-то видишь? I think I saw something. Что-то булькает где-то. Вода льет сверху. Вот, а кровь что ли? Что это? Где? Вот это чучело. А, блин, беги! О, ни хрена себе он! Блин, мне еще надо было брать кирпич. В ногу стрелять. О, фу. Она показывает, что и куда ей стрелять. У тебя светится нога у него, короче. Значит, надо ей в ногу стрелять. В правую. Там у него, короче. Тихо, уходим. Сейчас подлечу. У него там, короче, больное место в этой ноге.
Все, она как сканер, девочка-то работает, оказывается. Прикольно. Что-то похоже было в четвертом резиденте, там были такие монстры, у которых паразит находился внутри. Надо было паразита убить. И там специальная пушка была, которая, короче, видела. Вот Бифи пишет, что когда смотришь трансляцию, тоже в одну часть экрана смотришь. То есть есть смысл пересматривать два раза, с одного экрана, то с другого. Опять темный лес. What was that thing? I don't know, honey. Let's keep our eyes peeled in case there's more. Помощник Натальи. В режиме взаимодействия Наталья путем указания с помощью кнопки L2 может сообщать Барри расположение врага и его слабые места. То есть L2. Ну, когда видим пальцем, да? На L2 mm-hmm. пальцем она показывает. Окей. Ну-ка, укажи, попробуй. Ну, сейчас же никого нету. Ну, на всякий просто... Просто, может, она не у меня на экране тоже будет высвечиваться, а то у тебя высвечивается, мне неудобно туда смотреть. Наверное, таких тварей много будет, блин, вот этих вот, которых да. сейчас убили. У него патронов до хрена тратить. Не, ну, в принципе, как, если бы я сразу просек, что надо ей в ногу стрелять, мы бы немного потратили. Какой цвет? Что-то замигало. Не знаешь, куда тут идти-то, блин. Да свет следующий, вон свет следующий. Не, ну я понимаю, но может быть тут где-то что-то может валяться, а мы идем как бы. Ну. Это от света до света, это мне Слендер напоминает. Неприятная игрушка, я так ее и не прошел. Терпения не хватило. Что-то происходит. Вот. Булькает, да? Да, вон. Так, а я слабое место, смотри где. Угу, я смотрю. Так я его пока у себя не вижу. Я у тебя его вижу, а у себя не вижу. Блин, меня сейчас грохнет. У него где-то где сердце. А вот он, вот он. Вот ты, я же нажал кружок. Все, готов. У меня очень такая интересная задумка. Дальше света я не вижу, если честно. А вон следы вижу. Ага. Интересно, босые чьи следы. Ой, встала. Ну-ка, куда? А, нога, нога. Сука, дай ногу свою. Оно приходится много всаживать. Блин, опять кто-то шуршит. Слышишь? Угу. Где он? Я не вижу ни хрена. Не слышу. Ладно, веди нас. Я следы не вижу. О, сундучок. Давай взломай. Просто помню какой-нибудь момент Resident Evil 4, да блин. Мне начало игры больше всего нравилось там в деревне. С рыбой прикольный момент был, где там в озере. Ну помогайте, братцы. Да. Рубинчик сраный. А вон туда, да, походу, вон свет там. Где? А вон там. Ты видишь какие-нибудь следы там, нет? Нет, сейчас не вижу никакие следы. Мы, наверное, тут дофига всего в лесу упустили.
Что-то мне вот эта вот палатка напоминает, как в Ларри Крофт такие здания были. Там еще подвалы у них были, воротые. Здесь тоже что-то. Нет. Ты уже вышла, что ли? Что, дальше пойдем? Да. Куда-то приперлись. Ага. Those freaks had some of the same symptoms as a Ouroboros. Ouroboro? It's a virus some bad people used in Africa a couple of years ago. Question is, how did it get out here? Ну, блин. Ouroboros, это, в общем, в пятом резиденте был этот вирус, там паразиты, которые, помнишь, там, там попадали внутрь организма. Там дверь есть, может, туда нужно? Скорее всего, там, наверное, закрыто, я так думаю, раз мы этот замок сломали. А, нет, смотри-ка. Сейчас кто-нибудь в доме-то будет точно. Тараканы. А вон зомбарь. Не, он не встает. Записка сбежавшего. Поверить не могу, мне удалось выбраться живым. Не скажу, что целым, но живым. Я так и не могу осмыслить то, что там творилось. Нас пытались запугать, нами забавлялись. Это было безумие. В лесу мне встретились какие-то ребята, но мне они не поверили. Я их понимаю, я бы сам себе не поверил. В конце концов, кто бы осмелился пройти против той, которая нас всех спасла? В одиночку мне не справиться. Я ходил к радиовышке, чтобы вызвать помощь, но сигнал не проходит. Мы здесь совсем одни. Если не сообщить за пределы острова, нам конец. Она спасительница? Ну уж нет. Скорее сам дьявол. Так. Что-то еще есть. Вон тут окна не убиваются. Взяла? Ну все, тут дальше туда идти все равно. Вот спрашивают, ты часто играешь или редко? Сложно сказать. Как захочется, так играем. Но не очень часто, да? Не очень часто, да. Я смотрю больше, чем играю. А что бы мы делали в такой ситуации, в которой попали бы главный герой? Спорили бы, куда, в какую сторону идти. Да, не знаю, даже сложно сказать, да? Ой, там их куча. Ты видел? Где? Где? Двое. Ну, сейчас я спрячусь, может, там их можно втихаря. Ой, тут ящик что-то двигать можно, что ли, или что-то, валяется. Зажигательная бутылка. Наверное, надо в нее бросать. Ну, раз ее тут положили, да? Угу. Они что, с оружием, нет? А это такие уроды, что ли, эти? Чего они умерли? Интересно, их втихаря нельзя было бы убить? Да, это уже такие, видишь, эти сложно убиваемые. Так, тут двери, вход налево, блин, есть. Блин, а куда идти, сюда или налево? Наверное, налево. Что-то опять дом какой-то. Давай сходим сначала налево. У нас радар до сих пор нет. Да, тут какое-то здание. Разрушено. Дверь. Топаз. Смотри, пока это клетка. Я не могу там. Топаз не могу взять. Где топаз? Или ты взяла топаз? Нет. А вот он. Все, взял. А, ты мне открыла дверь. Спасибо. Тут молодец. Ничего такого нет. Ну ладно, я же не просто так. Я ну, думаю, вот я там взяла растение. А вон наверху что-то деталь валяется. Надо, короче, этот ящик поставить наверх.
взять, короче. Все, отлично. Только еще найти бы верстак теперь. У меня уже там 3, по-моему, набора этих инструментов. Ты забрал? Да, все забрал. Ну все, тут больше некуда идти. Надо туда идти, в дверь. Так, ну что тут у нас? Какой-то домик опять. Что это такое? Вот это карта, походу, да? Сейчас у нас радар появится. Ага. Что это? О, создание вспомогательного оружия. Создавать вспомогательное оружие, сочетая пустые бутылки с ресурсными предметами. Для сочетания предметов выберите пункт сочетания. На экране предметов вы используете экран сочетания. А, то есть можно что-то в бутылке там заливать, да, смесь делать горючую. Как у одних из нас, опять же. А, это что, только вышку мы увидели, что ли? Ага. Так, ну, сначала в здании попробуйте зайти. Может, там верстак будет? Точно, тут верстак. Так, еще патроны. Еще патроны. Сейчас попробуем что-нибудь создать. Быстрая зарядка уровень 1. Появилась емкость магазина уровня 1 и урон уровня 1. Так, значит, все-таки, чем я автоматом сейчас пользуюсь, блин, тоже часто не знаю. Хотя лучше всего, мне кажется, пистолет прокачивать, простой он, как правило. Так, урон, емкость магазина уровня 1. Быстрое заряжение. Это, наверное, чем-то вот на револьвер, например, лучше сделать. Что-то оно не ставится. Или оно не подходит. А, блин, там обойма уже нарисована. Ну-ка, емкость магазина можно? Да. В общем, к магнуму это не подходит. Это только к пистолету, что ли, подходит? Ну, как винтовки. Я не пойму, в чем прикол, почему оно ничем не это. Мне это самое не по... Вот, пистолет подходит. Ну ладно, пускай это будет всего пистолета тогда. Не знаю. Как это правильно делать? Фиг с ним. Так. А, стол, а как смеси-то эти делать? А, это здесь надо делать, да? Например, надо выбрать бутылку. Бутылку. Сочетать. А с чем ее можно сочетать? Вот тут взрывная бутылка. Спирт. Ну-ка, со спиртом сочетаем. Это будет у нас этот самый коктейль Молотова, да? Потом что еще? Ой, блин. Это зажигатель. А, все, у нас бутылок больше нет, что ли, да? Одна только. Порох. Ткань. Ну-ка, а что может порох? С чем можно его? Ни с чем пока сейчас не смешать, да? В общем, надо бутылку иметь, короче. Ну все, ладно, тогда так, надо патроны у тебя забрать. Все, ладно, идем дальше. Рекс спрашивает, играл ли я в Resident Evil 4 на консоли Wii. Именно там я его и прошел целиком. До этого я пробовал на PlayStation 2, и мне тогда не очень понравилось. Особенно из-за управления. А на Wii было круто. Такс. Ну что тут? Нам осталось недалеко, в принципе, до этого маяка, дайте я сейчас там на этой вышке. Но опять-таки, куда они делись после того, как они дали сигнал? Это же еще непонятно. Опять какие-то ворота закрытые. Тут что-то справа есть.
Какое-то здание тут можно в него будет войти. Скорее всего, в него придется заходить. А ворота, я так думаю, будут заперты, да? А тут какая-то цепь вообще. Ну да, пытайся, пытайся. Он типа не увидел, что там цепь сначала, начал дергаться. А, во, проломить ворота. То есть надо... Ой, тихо, кто? Так, мне надо увидеть. Это... Или это обычные зомби? Голова и нога. Блин. А у кого голова, у кого нога, я не знаю. Вот у этого. А, нет, это с моей рукой. Ай, блин. Блин, черт, падлы. Как бы не убили. А. О, одного нашел слабое место. У кого-то была голова, у кого из них? Я не вижу, Маша, куда ходит. Блять. Ай, блин, сейчас меня убьют, падлы. Я-то вижу под твоим углом, я не могу понять. Так, который задний, у него нога. Тихо, вот у этого нога должна быть. А, у угол... нога, ни хрена. Так, все. У меня что, аптечка кончилась? Так, у этого, наверное, голова, да? Или что у него там? Нога. Так, у тебя вроде аптечка есть. Дай-ка мне. Фух. Так, они тут что-то проломали. Заперто с другой стороны. Может, дырка где-нибудь есть опять? Кто-то сможет пролезть? Слушай, по, судя по музыке, тут где-то еще монстры лазают. Вон там какая-то жижа, наверное. Так, рука. Рука. Черт! Я стреляю в руку, блин. А, сука! Есть. Блин, вообще что-то жесть какая-то. Чё он меня не пойму, чё он не использует? А, мне надо, видимо, жгут, что ли? Кровь остановить. Так, ты где там, что там пытаешься сломать? Я что-то тебя потерял. Так, я около дома. Ты в дом не пробовал заходить? Нет еще. Так, генератор какой-то. Так, музыка играет. Музыка играет где-то за Марией, да, опять. А мне надо травку съесть, а то меня покусали в прошлый раз. Так, мы включили этот долбанный генератор. Так, теперь надо этот кран или что-то там найти управление. Чтобы, короче, пробить дверь. Так, а это заперто с другой стороны, отсюда можно пройти, да? Где этот кран управляется? Ага, вон там пульт. А, надо через здание, короче, проходить. Ты там где? Иду. Все обшариваешь, что ли, да? Иду. Ладно, пока обшаривай. Блин, правда, если монстр появится, я же не увижу, куда им стрелять. Так. Что-то я не понял, где, куда я пошел. Где это здание? Пока
читаю комментарии, блин, не туда иду. Так, здесь вот, вот он, должен быть вход. Там наверняка какая-нибудь тварь будет сидеть. Так, тут ящик, по-моему. Тут не пройдешь. Тут там шуршит. Ой, 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 тихо. Может, я его сзади смогу все-таки грохнуть? Ну, он так вроде не сильно ковыляет. Блин, падла! А-а-а! Офига он побежал! А куда он, за тобой рванул, что ли? А, точно. Блин, 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 блин. Ай-яй-яй. Блин, где вы там? Где? Я вас ищу. Что, у него нога светится, да? Да. Давай в дом дуй. Так, зомбаря я грохнул. Что там еще есть? Что тут есть еще? Это та же дверь, да? Вон там еще один за дверью. Где? Вот здесь вот. Так, голова у него. А-а-а. Или плечо. Блин, можно ли как-то бы потихаря было бы его убить? Я на прошлый раз не вышло. Здесь а. Его нету. Здесь его нету, да. Может, нет смысла туда идти тогда. А может, там что-то то, что не нужно. Наверняка. Нам просто пройти надо сквозь это здание. Ага. Здесь что? Вот этот чувак. О, вот. Нам сюда. Ну, пойдем тогда. Фух. Так. Подожди, надо. Ты не нажимай, я хотел ящик скрыть сначала. Ну ладно, все, придется, наверное, возвращаться. Все. О, можно здесь перелезть, спуститься, чтобы через дом не проходить. Блин, уже слышу чьи-то голоса разъяренные. Блин. Голова. Фух. Блин, еще один. Маша, смотри. Ой. Ой-ой-ой. Может, мы тогда успеем проскочить. Фух. Феерично было. Ну, вовремя тут баллон оказался. У них тут с газом проблем нет. Как бы. Все нормально вообще. Так, тут спрашивают насчет игры Человека-паука. Да, игра есть. Я не стримлю, но будет скоро видео на канале. На основном. Well, that was a really long way around. Да, уж долго обходили, я согласен. Так, а тут что, наверное, верстак? О! А что вот, я же вроде все уже использовал. У меня ничего нету. Не понимаю, можно ли тут что-то еще как-то улучшать? Никак. Ладно, все, пошли тогда отсюда. Так, а что тут за комната? Мы вообще правильное место пришли? Да, вот здесь она говорила, я передавала. Точно, точно, точно. Во. Записался ее. That's my baby. Моя прелесть.
say that again. This was logged 6 months ago. Jesus, Moira. Your daughter's name is... Moira? Yeah. Why? Да, что, почему? Hey, kid, you okay? У меня тоже браслет, я что-то только заметил. В красном светится, это же вроде там хана, короче, там, когда красный. What? Да и навряд ли она мертва, она просто, может, какое-нибудь чудище там зараженное стало. Следующая игра Revelations 2. When I was with her. I need you to take me there. Can you do that? But if we've been infected with something... I promise I'll catch up! Is this the place? The Vasid? Don't be scared. So, you finally came. We are on this motherfucking island! Ну что ж, интересно. Resident Evil Revelations 2. Как раз получается один эпизод на одну трансляцию. Так, и что сейчас нам покажут? Наверное, какие-то эти. Да, вот, на чем все завершилось. Все дела. Три женщины, один Барри. Один эпизод в режиме обратный отсчет. В общем, прошли мы все это дело. Так, ну что ж, на этом сегодняшняя трансляция завершается, друзья. Если вы хотите увидеть продолжение, эпизод второй, то пишите в комментариях, ставьте лайки. С вами был Рэш Нидзука и Тадоми. Всем пока. До новых встреч.